بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم, يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة براتي السيوسري Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии. На предыдущих уроках мы говорили о сомнениях относительно справедливости Бога. И в частности, на предыдущем уроке мы говорили об одном очень важном вопросе, о наличии у человека свободы выбора. Дело в том, что понимание данного вопроса разрешает очень многие сомнения относительно справедливости Бога. И речь идет в первую очередь, конечно же, о преступлениях людей группы людей, которые угнетают других людей, отнимают у них их право, нарушают их права. И очень многие люди, плохо знакомые с религией, недостаточно развитые духом и умом люди, обычно могут под воздействием подобных событий, подобных преступлений, увидев, столкнувшись с этими преступлениями, могут решить, что все это наносит определенную, определенные сомнения относительно справедливости Бога, что это является нарушением справедливости Бога. И в связи с этим мы подчеркнули, что нет, свобода выбора человека намного важнее. И здесь мы должны выбирать или даровать человеку большую милость под названием свободу выбора, или же нет, оградить человечество от того малого вреда, который наносит наличие этой свободы выбора. Потому что вред малый, несоразмерный с ценностью, величием и важностью свободы выбора у человека. Потому что именно эта свобода выбора является тем средством, через которые человек может реализовать те возможности, которыми он обладает в этой жизни, в этом мире. И это один, это второй, точнее, важный момент, который необходимо понимать. Первым важным моментом было то, что этот мир является миром испытаний. И вторым важным моментом является именно наличие свободы выбора у человека. Это необходимо понимать и иметь в виду. Но есть и еще один очень важный момент, понимание которого может решить очень многие сомнения относительно справедливости Бога. Например, очень часто, наверняка, вы могли столкнуться в своей жизни с людьми, у которых, например, родились дети с физическими недостатками. В чем эти дети виноваты? Почему они рождаются глухими? слепыми, немыми или же без каких-либо конечностей. И люди под воздействием, оказавшись под воздействием этого, этого события и в первую очередь речь идет о родителях таких детей, они могут в силу своей слабости, могут усомниться в справедливости Бога. Конечно, в разрешении данного сомнения очень важную роль играют предыдущие моменты, которые мы подчеркнули, а именно то, что этот мир является миром испытаний и возможностей человека обрести вечное блаженство. И очень важную роль в этом играют испытания и трудности, с которыми человек сталкивается. И что может быть больше той трудности, что человек родился не таким, как другие. И, конечно же, он оказывается под большим давлением. Вынужден переживать большие трудности. Будет ли он благодарен за эти трудности? Будет ли переживать их достойно? Или же нет, проявит неблагодарность? В зависимости от этого зависит будущее человека. Или же наличие у человека свободы выбора. Дело вот в чем. И здесь мы должны затронуть третий момент, о котором собирались говорить. Дело в том, что тот мир, в котором мы находимся, является миром причин и следствий. Конечно, эта причина и следственная связь, которую мы обнаруживаем в этом мире, она является отчасти, отчасти условной. В каком смысле? В том смысле, что Реальной причиной всего, что происходит, является, конечно же, Бог, как мы неоднократно говорили на предыдущих уроках. Но условием того, чтобы Бог совершил что-либо из событий этого мира, являются события, условием являются события другого мира. Например, человек испытывает жажду. Жажду утоляет, вне сомнения, Бог он является тем, кто утоляет жажду, потому что он един в своем созидательстве и в своем управлении. Но когда Бог утоляет жажду человека? Тогда, когда человек испевает воду. Например. Таким образом, вода здесь является наличием воды, и испитие воды является условием утоления жажды. И поэтому мы видим, что одни вещи в этом мире играют роль причины в отношении других вещей. Например, как в данном примере, вода играет роль причины по отношению к утолению жажды. И так устроен этот мир. В этом есть определенная мудрость, очень глубокая мудрость Бога заложена в этом. Наверное, нет никакой необходимости разъяснять, в чем же эта мудрость, потому что каждый человек так или иначе... Поразмыслив над этим, легко дойдет до истины. Таким образом, мы обнаруживаем, что одни вещи играют роль причин по отношению к другим вещам. И все происходит именно таким образом. Нету ни одной вещи, которая произошла бы в этом мире, но не имела бы подобных причин. Именно так устроена этот, эта жизнь наша этот мир, в котором мы находимся. И поэтому, дорогие братья и сестры, поэтому рождение подобных детей является, является следствием каких-то других причин, связанных с нами, в частности. Например, в данном случае, в данном примере, когда у человека рождаются дети с недостатками. У нас в преданиях огромное количество информации, почему, по какой причине дети рождаются с теми или иными недостатками. И мы обнаруживаем, что здесь очень большая доля и очень большая доля роли принадлежит родителям этих детей. Действия, образ жизни родителей, отношения между родителями, очень много грехи совершенные родителями, благодеяния совершенные родителями. Все это играет очень и очень важную, очень большую роль в том, кто родится у этих родителей. Это я в качестве примера привожу, рождение детей, потому что сомнение может быть довольно-таки широким, довольно-таки обширным. Но всегда необходимо помнить, что... Подобные вещи независимые от воли человека. Потому что здесь мы, казалось бы, не видим никакой роли в выборе человека. Никакой роли не обнаружим в воле человека. Потому что родители же не выбирали, чтобы у них ребенок родился глухим, например. Они этого не выбирали. Казалось бы, нам так кажется но неосознанно, сами того не осознавая, на самом деле они это выбрали. Чем они это выбрали? Образом жизни, своими поступками, своими деяниями. И поэтому благодеяния играют точно такую же роль. Если у родителей родился здоровый совершенно ребенок, удивительных качеств, невелика вероятность того, что это является следствием и результатом образа жизни родителей, отношения родителей между собой, отношения родителей к этой жизни, в конце концов. И наоборот, конечно же, когда ребенок рождается... И я уже не говорю о том, что очень многие родители, к сожалению, проявляют очень большую, просто невероятную халатность по отношению к своим будущим детям. Они губят свое собственное здоровье, и этим погубленным здоровьем производят на жизнь, в мир детей. И в особенности довольно-таки страшно, когда речь идет о матери. Матери, которая использует вредные вещества, не дай бог, например, табак или же опьяняющие вещества. Не во время беременности, до беременности, не говоря уже о том, чтобы использовать все это во время беременности. Все это влияет на ребенка, поэтому эти вещи, эти результаты они являются результатом отчасти действий самого человека. И как следствие, как можно из всего этого понять, все это подобные события, рождение подобных детей, подобные события, которые происходят с людьми, все это никакого недостатка не приносит, не вносит. В справедливость Бога, не может быть критикой справедливости Бога, никоим образом. То есть здесь очень важно заметить три этих момента. Во-первых, этот мир является миром испытаний. Смотрите на испытания, на трудности, на те с которыми сталкиваетесь через призму этой возможности, этого испытания. Во-вторых, человек обладает свободой выбора. И поэтому на преступление людей. И когда вы думаете о том, почему Бог позволяет совершению этих преступлений, думайте о том, что Бог даровал великую милость человеку, свободу выбора. И все это является побочным действием этой милости, дарованной человеком. Потому что именно через свободу выбора человек имеет ту самую возможность, о которой мы говорили на протяжении нескольких уроков. И в-третьих, те события, которые происходят в этом мире, имеют по отношению друг к другу роль причин и следствий. На самом деле реальными причинами и следствиями не являются, как мы уже сказали, а играют роль. Роль причин и следствий. И с пониманием, понимая эти три вопроса, мы можем решить для себя огромную большую часть большую часть и значительную часть сомнений относительно справедливости Бога. Еще одно сомнение, которое может возникнуть, которое возникает иногда у людей, это то, почему Бог наказывает человека Адам. То есть человек прожил плохую жизнь и оказался в аду. Это, конечно же, довольно-таки странное сомнение, но все-таки некоторые имеют подобные сомнения в справедливости Бога. Здесь необходимо помнить, дорогие братья и сестры, что все это, как мы говорили ранее, причем неоднократно, все это является естественным следствием тех деяний, тех поступков, которые совершает человек в этой жизни. Естественным следствием того образа жизни, который имеет тот или иной человек в этой жизни. Это не навязано. Богом. Как сказано в Священном Коране, وفاقا, то есть это соответствующее наказание, соответствующий ответ, если быть точнее, соответствующий чему? Соответствующий тому, как человек прожил свою жизнь. Имеются и другие сомнения, возможно, некоторых из них мы еще коснемся, но наше время подошло к концу, поэтому я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум, рахматуллахи, вабаракиату. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد